Ассаламу алейкум, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Нуни Очаги. Дорогие, уважаемые подписчики, решила приготовить пловчик, так как у меня гость будет, и наш гость позвонил, сказал, чтобы мы приготовили пловчик. Плов у меня на говяжье мясо, здесь говяжье мясо. Здесь два вида морковки, желтый, оранжевый и лук. Я уже заранее приготовила все ингредиенты, чтобы видео не вышло подлиннее. Здесь для овощного салата лановое масло и растительное масло. Соль. Куда же без соли? Вот. И зира, черный кишмиш, изюм. И перепелиные яйца по вкусу. Здесь рис. Рис я буду замачивать с кипятком на 20 минут. Здесь кристаллический сахар. Добавляю на зирбак столовую ложку. Дорогие, уважаемые подписчики, всем желаю приятного просмотра. Спасибо за просмотр. Бисмилла, начнем готовки плова. Дорогие, уважаемые подписчики, хочу поблагодарить всех вас за вашу доброту, за ваши хорошие, добрые комменты. Мне очень-очень приятно, когда читаю. От всего сердца всем желаю крепкого здоровья, бесконечного счастья, мира и добра, мирного неба над головой. Дай Аллах поскорее, во всем мире будет мир и покой. Всем желаю приятного просмотра.
Дорогие уважаемые подписчики, всех приглашаю на плов. Плов готов. Приятного аппетита, дорогие подписчики. Спасибо за просмотры, за доброту, за дружбу. Всем мира и добра. До следующего видео. Пока-пока.